Привет, я Брэд Хэнсон. Я здесь для того, чтобы познакомить вас с тем, что, несомненно, повлияет на вас и всех ваших знакомых. Вы готовы? И все это об этом. Эта маленькая карта называется Карат Барс, и она совершает революцию. Люди со всего мира просто влюбились в Карат Барс. И вот почему. Внутри этой карты находится целый грамм чистого золота в 24 карата. И это великолепно! Чистое золото вот здесь. Карат Барс имеет невероятный авторитет. Когда я показал эту карту поклонникам драгметаллов, они были просто поражены, увидев ее. Они задали мне всего лишь два вопроса. Где ты ее взял и как мне такую же получить? Карат Барс – это огромный смысл, не только потому, что он доступен. Вы имеете с ним самую устойчивую валюту, которую вы можете использовать. Карат Барс International дает это чрезвычайно просто. Меняем эту валюту на вот эту. А сейчас я покажу то, от чего коллекционеры просто сходят с ума. Это Карат Барс коллекционная карта. Вот, например, это ограничено тиражом «Римский папа Иоанн Павел II». Выпуск такой карты стал возможен только с лицензией и договором с Ватиканом. Эта карта имеет потенциал становиться со временем намного дороже. Она продается очень быстро, потому что было создано всего лишь 100 тысяч экземпляров такой карты. Больше того, Карат Барс International предлагает дополнительные пользовательские карты с ограниченным тиражом и уникальной темой. Сейчас, если вы такие же, как я, вам трудно будет удержаться, чтобы не рассказать своим друзьям и знакомым о Карат Барс. И поверьте мне, когда они увидят ее вблизи, они вас спросят, где, в какой точке мира можно ее получить. Позвольте меня вас спросить, не настало ли время обменять вот эти нестабильные деньги на настоящую, не поддающуюся инфляции валюту? И вы можете начать с того, чтобы получить в руки вот это – Карат Барс. Если вы этого не сделали, вы можете бесплатно создать свой аккаунт прямо сейчас, и вы увидите, как это просто – накапливать новую, всемирную валюту. Если вы хотите получить слиток золота, а также узнать, как с помощью золота построить высокодоходный бизнес, нажмите на кнопку «Смотреть презентацию», которая находится под этим видео. Кстати, на вашу почту должно прийти письмо от системы Карат Барс Автоматик. После просмотра презентации зайдите в ваш почтовый ящик, откройте письмо и подтвердите подписку на новости от системы, пройдя по ссылке в письме. И подписавшись на новости, вы всегда будете в курсе самой новой и ценнейшей информации. Для просмотра презентации нажмите на кнопку «Смотреть презентацию».